Друзья, приветствую вас на канале КФХ «Оазис». Мы продолжаем строительство дома из контейнера, превращение контейнера в жилой дом. Мы уже утеплили полностью стены и утеплили потолок, и потолок уже зашили USB. Сейчас я буду делать электрику, раскидывать. По потолку она пойдет по USB, потом будет натяжной потолок. А по стенам я ее пущу за USB. Сначала прокину, и потом уже будем зашивать стены USB. Вот. Сейчас вам покажу план, вообще проект, по которому мы делаем это все. То есть вот здесь проект, то есть у нас вход, направо санузел, налево вход в кухонную зону, где большое окно, там у нас спальня. Вот она у нас. Перегородки я вот уже тоже начал размечать. То есть это вот санузел у нас вот такой получается. Достаточно большой. Сама прихожая вот такого размера. То есть тоже очень даже ничего себе. Это кухонная зона с большим окном. И перегородку я вот нарисовал. Это вход в спальню будет. Ширина спальни 3,40 получается. А 3,40 на 220. То есть вот такая спальня получается. Вкратце вот так. Продолжаем работать. Когда раскидаю электрику, покажу. До новых встреч.